Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайные зрители. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Друзья, сезон близко и, естественно, приходит время выбирать газонокосилки. В этом вам поможет компания EvoLine, которая у нас в студии с линейкой своих несамоходных бензиновых газонокосилок. Это модель LMG-42CP, LMG-46CP и LMG-51P. Друзья, естественно, сейчас расскажу, чем модели отличаются. С чувством, с толком, с расстановочки. Погнали. Итак, перейдем к самой младшей машине в нашей линейке. Это машина LMG-42CP. Машина не самоходная, как я уже повторюсь, как и вся линейка. Но машина весит всего лишь 22 килограмма. Она маневренная. Она предназначена для участков от 5 до 7 соток. Двигатель здесь стоит достаточно мощный для своего класса. Двигатель от компании EvoLine мощностью 3,6 лошади и объемом в 145 кубических сантиметров. Травосборник здесь аж на 45 литров. Кстати, центральная регулировка высоты кошения травы от 2,5 до 7,5 сантиметров. С помощью рычажка с правой стороны от оператора все очень просто. Ширина кошения составляет 42 сантиметра. Дека здесь, естественно, в металлическом корпусе. И нож кованый справится абсолютно с любой травой. Диаметр колес задний 18 сантиметров, передний 15 сантиметров. Ну, машина очень крута для своего класса, очень маневренная. Еще раз повторюсь, рекомендую ее для участков от 5 до 7 соток. Перейдем к следующей. Следующая машина – это LMG-46CP. В чем принципиальное отличие от LMG-42CP? Ну, во-первых, это двигатель. Двигатель здесь стоит уже мощнее гораздо. 3,9 лошади и объем в 170 кубиков. Машина уже более производительна, поэтому я ее рекомендую на участках уже от 7 до 10 соток. Машина также не самоходная, но из-за того, что двигатель и нож, и захват больше, аж на 46 сантиметров идет захват шириной, машина весит 30 килограмм. Но при этом она очень маневренная и проста в эксплуатации. Двигатель также заводится с ручного стартера. Как я уже сказал, ширина кошение увеличено до 46 сантиметров. Колеса также здесь увеличены. Задний диаметр колес составляет 20 сантиметров, передний 18. Уже у нас добавлен передний бампер для того, чтобы ни в коем случае вы никуда не врезались, ну и машине не было ничего. И добавлен штуцер для промывки деки. Вставляем шланг, подключаем деку, и она себя сама моет. Также отличие здесь уже идет в травосборнике. Здесь уже травосборник идет не на 45, а на 65 литров. Машина также 3 в 1, кошение в травосборник и мульчирование. Заглушки сразу же идут в комплекте. Итак, перейдем к флагману нашей сегодняшней программы. Погнали. Ну и флагман нашей сегодняшней программы – это машина LMG-51P от компании EvoLine. Если вы хотите сократить время работы, машина LMG-51P вам поможет в этом, потому что у нее самый большой захват в этой линейке – аж 51 сантиметр. Двигатель здесь также стоит от компании EvoLine мощностью в 3,9 лошади и объемом в 170 кубических сантиметров. Принципиальное отличие, как вы видите, уже в боковом выбросе и в мульчировании. То есть в этой машине нет травосборника. Можете мульчировать, либо поставить дефлектор с боковым выбросом и работать. Также здесь увеличены колеса. Передние колеса составляют 20 сантиметров, задние 25. В чем преимущество? Эта машина может ездить по неровным участкам, абсолютно любым на вашем участке. Итак, машина производительная, машина с большим захватом, вы будете меньше времени тратить на работу. В общем, обязательно к ней присмотритесь, машина того стоит. Итак, вот мы подошли к завершению нашего обзора на несамоходную линейку газонокосилок бензиновых от компании EvoLine. Друзья, что хочу сказать, машины производительные. Итак, повторюсь, что 42-я машина до 7 соток, две машины 46 и 51, они до 10 соток в работе. То есть выбирайте, что вам нужно, либо сбор в травосборник, либо мульчирование, либо боковой выброс, мощность. В общем, все то, что вашей душе угодно из линейки несамоходных газонокосилок. Повторюсь, что огромный плюс несамоходных газонокосилок – это бюджет. Машины достаточно бюджетные. Естественно, в выборе вам точно помогут наши замечательные менеджеры по адресу город Москва, Полярная улица, 33А. Компания EvoLine ремонтируется в течение 2 лет. Кстати, гарантия на них составляет 2 года. В нашем замечательном сервисе по адресу город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. В общем, выбирайте с чувством, с толком, с расстановочкой. А я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока!